Завтра в Ташкенте состоится третье совещание руководителей министерств и ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, отвечающих за вопросы охраны окружающей среды. В связи с этим состоялось экспертное заседание. Сегодня вопрос борьбы с изменением климата и его последствий требует глобальных усилий. На фоне пагубного воздействия пандемии на состояние окружающей среды, развитие партнерства в сфере экологии представляет большую актуальность для государств-членов ШОС. Эксперты 8 государств-членов данной авторитетной организации обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития взаимодействия в области охраны окружающей среды. Принят и реализуется план мероприятий по реализации концепции на 2022-2024 годы. Данный документ одобрен на заседании Совета глав государств ШОС 17 сентября 2020 года в Душанбе. На встрече эксперты из государств-членов ШОС организации обсудили поставленные в концепции задачи и обменялись мнениями. Стороны также обсудили программу создания платформы, а именно... Программа о создании платформы по обмену экологической информацией между странами ШОС, разработанной китайской стороной, предусматривается создание отдельной веб-страницы. Данная веб-страница предусматривается распространение работы и предпринимаемых мер и мероприятий странами ШОС в сфере экологии и охраны окружающей среды. В данном контексте третье совещание руководителей Министерства охраны окружающей среды станет очередным важным шагом на пути создания благополучной экологической среды.